Всем приятной жизни, это шашлык, и я типа уже проиграл. Вот, это не считается, мы еще не начали. Короче, мы сейчас это самое, устраиваем батл на скутерах. Вот, задача всех, все против всех, короче, сбить противника, не использование оружия. Вот Макса уже оприходовал инвизик. Ну, я так подозреваю, что победит инвизик. Давай с тобой объединимся против... А, есть! Я хотел предложить, давай с тобой объединимся против инвизика. У меня не получается вообще. Первый раунд победил я. Через shift, что ли, зажимаете? Да, shift. Вот, первый раунд победил я, короче, потому что они все убились. Так, сейчас мы оприходуем Макса. Эх, не получилось из-под тяжка. Короче, тут тактика простая. Она, в принципе, и в циви работает. Держишься в стороне, пока они там... Ай, блин! Ну, мы, короче, с инвизиком убрались вместе. Мы, короче, убрались вместе с этого, со скутера. Кто теперь попасть по теперь, короче, не можем. Дуэль этот самый. Дыща. Блин, а это... А есть вот что-то подобное, но только... Ля, а как ты? Я же сверху был. Почему она упала? Я же тебя был врезался. Сверху. Я же был сверху, ну, ты врезался, но вроде как мой скутер этот... А там, видимо, от скорости зависит еще. Запрыгнул, да, то есть, видимо, они вылетают и так. Гля-гля-гля, Артур берет разгон, берет разгон. Берет такой по большому радиусу, иди сюда. Ой, инвизик. Ха-ха, вот это чет. Ля, он сидит, главное. Есть! А, нет, нет, слушай. Я вас обманул, я сзади вас. Так я вижу. Да блин, ну что вы разворачиваетесь? Так мы за тобой. О, четко Макс с инвизиком убрали. Слушай, так а получается оба человека, да, выпадают? Ну, то есть так чтобы выпал кто-то один, это надо постараться. На самом деле. Ой, сейчас чувствую, мне прилетит. Чувствую, кто-то готовится. Так, не, нормально. Не, тут, короче, еще круто волну попасть, поймать и с волны так чисто залететь. Вот тут байк чей-то. Байка кто? А, ну и Макс плавает. Блин, мы просто попасть по друг другу не. Потому что мы на волны ушли. Так волны это наоборот прикольно. Блин, я почти в Макса. Он просто как бы... А-а-а! Он просто этот... Была статичная мишень. Поэтому подумал... По нему. Ах, ух ты, блин! Я этот самый за малым. Макс меня не сбил. На. Я сам себя сбросил. А, все. Так, а как ты сам себя сбросил? Я на волне подскочил. А, ух ты, блин, инвизик вообще было. Есть! Я сбил Макса и сам остался на байке. Так вообще, получилось, знаешь как? Получилось снизу, я его как-то так подсёк. А тут еще зависит на самом деле от того, а вот умения... На, ну, от так... зараза, сбил от меня теперь инвизик. Усиживость. А есть такое умение, да? Да-да-да, ну, в смысле, на обычных байках. А у него она прокачана, блин. А, инвизик... у меня все прокачано. Инвизик, да. Короче, но да. Это управляемость. А, управляемость, да? Еще и переехал меня. Тут лидеры такой, знаешь... Я ему флаг за это как скилл в циви. На тебе фак. На тебе фак. Да, вот что я думаю об этой ситуации. Да. Аля, он тоже фак показывает. Теперь еще этот самый. Факотычерство пошло. Аля, Макс сам упал. Я его переехал. Ой, а! Фак. Да ё! Есть, ты упал, да? Да, я его стукнул. Так и я стукнул кого-то. Почему? Мы с тобой вместе стукнулись. Так нет, я тоже упал. Инвизик тебя скинул, а я потом его подтолкнул сзади. А, ну нормально. О, тимплей. Да хватит мой байк-то пинать. Все втроём на мой байк. Просто все в одной точке собрались. Вы чё? Я просто... Не, мы здесь реально вылетает, если сталкиваются, вылетают оба. Ну вот у меня как-то получилось Макса, я как бы получается снизу его как бы так вот подстукнул, то есть он летел как бы сверху, а я в повороте что ли.
И вот тогда получилось выбить. Надо как-то так... Я хитрый. Алло, они вдвоем. Это вы думаете, вам какой-то плюс от этого будет? Ой-ой-ой. Все трое. Я спрыгну, просто. Да ладно, не отмазывайся. Да блин, опять мой байк стырили. А как ты определяешь? Это уже еще один где-то стоит. Так вон он там есть. Вот. О, лол, от первого лица прикольно. От первого? Давайте от первого лица. Да, и как ты будешь... Ух ты, ёх ты, от первого лица реально прикольно. Да! Особенно, когда тебя сбивают. Да, правда, я смотрю башкой по сторонам и не пойму, куда едет мой байк. То есть... О, что-то четкое было столкновение. Вот так, подожди. Это я с кем сейчас в этот самый? С Максом? С Максимом, да. Ой, я угнал байк Макса. Будет теперь плыть нормально. Я просто даже боюсь. Дави утопающего. Потому что... Ай, вот, кто меня сбил? Я тебя сбил. Блин, а ты, кстати, четко прям так это залетел. Дайте мне заплыть за байка. Лучше играть на сервере, где люди, чтобы смысл был от яхты, пишут на стриме. Так на самом деле, я так понимаю, она на любом теперь сервере с ним, ну, с тобой будет, да? Да. Вот, то есть какая разница, он может зайти и с людьми. Я мой байк. Не, просто можно на яхту кучу людей набрать. Я байк потерял. А, в смысле, набрать кучу людей, и что они будут делать? Там в джакузи, например, кто где. Ну, вот, байк, вот байк стоит. Ну, да вижу, я уже плыву. Просто такой, типа... Ох ты, четко сейчас! Макс вообще так эпично полетел вверх. Он, видишь, он сам сбивается, потому что там надо правильно ударить, но так, чтобы одного сбить и второго, ну, и самому остаться, это очень тяжело. Ну, короче, если... у меня получилось только одним случаем, вот когда ты вот, в повороте. Инвузика, вообще никак не получается, то есть ты либо... Я считерю, я к нему сяду. Так и чё, ты, наверное, вылетишь, а он нет, если чё. А ну-ка, это надо проверить. О, вы почти проверили, кстати. Подвези меня к байку моему. И чё там? Кстати, мы оба сидим. Ага. На! Эх ты, блин, ля, он реально усидчивый. Я сейчас чётко заскочил. Я говорю, там... Я просто газ вовремя нажал, и всё. Да, оправдывайся, да. И еще у меня 129 уровень. И все прокачано. А так я просто газ нажал. Сейчас! Ох, там смог... А, нет, почти они столкнулись. Так эпично было. Ой, хорошо летел! Ай-яй-яй. Опа, кто сбил инвизика? Ты меня сбил. Есть! Я! При этом я сам на байке. Вот получи. Там просто втроем на него налетели, если честно. Ну да, ну нормально. Ну вот, втроем мы махем... Так, ладно, может, что тут еще, инвизик, ты купил тут топовый самолет за 10 лямов? Нет, так и не купил. Эх, я думал, ты самолет еще. А что, может, на самолетах теперь полетаем? Или, может, какую-то гонку, ты говорил, на выживание тут можно устроить? Это что такое? Ну, там 2 на 2 можно сделать. Одни со снайперками. Можно каждый сам сидеть. Я с инвизиком. Не-не-не, там 2 на 2 прикольно. Там одни на снайперках сидят сверху, а другие на машинах пытаются их сбить. А, я понял про чё-то. А, да. Ну давай, как туда заходить? Вот это прикольно, кстати. Попробуем. Сейчас её найти ещё надо. То есть кто? Кто-то создаст сейчас? Или да! Я вообще в меню. Ну он в паузе сидел. Хоть так, да. Хоть так получилось. Вот так. Гля, а Макс вообще куда-то уплыл. Куда-то туда далеко. Злые вы, уйду я от вас. Он вообще не говорит ничего, непонятно. Не, ну у него же там ремонт. Нет, тут просто... Ля, он там сигает вообще эпично на... Не, на волнах, кстати, офигеть. А ограбление будем проходить? Да, ограбление будем. Да, давайте ограбление. Ну, давай сейчас еще этот самый... Вот это вот ты говоришь. И сюда, шашлык. Гонку не гонку? Я заколебался за тобой. Нет, создавай вот эту 2 на 2, которую... Ты нашел? Нет? Как там? Нет, я от вас плаваю. Так этот самый хватит. Че, надо куда-то уйти или что? Нет, ее просто надо найти на сайте Rockstar, потому что ее игроки сделали. А.
То есть тут есть как кастомки в Доте, так и что-то типа того? Ну, типа того, да. Ну, можно карты создавать для... от игроков игрокам. А, прикольно, слушай. Тогда у GTA... Вот когда добавляют, это вот залог успеха игры. Когда добавляют... Ну, так, так сказать, мы мастерская. Мультиплеерный, ну да, мастерскую или мультиплеерный какой-нибудь редактор, то все, игра же и живет, продолжает жить долго. Ля, меня кто-то... Макс меня шандарахнул, и главное, я поплыл такой. Дальше. Да хватит! Я даже не... А, ты меня, кстати, не сбил. Я сижу на байке. Кстати, Макс, а у тебя какой уровень? Ну, Z нажми, там же можно посмотреть. Да, там через Z смотришь. А, вот. Ну, Макс, 77-й, меня... ну понятно, блин, кто тут задрот. У меня самый такой. Инвизик 129-й. Можно еще попробовать гонки там, ну... Просто как бы с трамплинами. Без сбивания, а по трамплинам ездить. Ну давай уже так, что-нибудь создавай, и потом ограбление пойдем. Навык. Да, создавай там, не знаю, блин, вон ограбления постоянно добавляют же эти. Ограбление можно пройти. Не, ну ограбление понятно, давай сейчас что-нибудь этот самый. Я просто хочу уже выпуск как бы закончить без ограбления, а в следующем уже начать ограбление. Ну, давай. То есть, а выпуска осталось где-то минут, ну, 7-9, то есть где-то так. То есть нам надо 7 минут сейчас чем-то позаниматься. Так, ну чё, по волнам классные. Вообще, сейчас я еще подкидывает. Особенно если волну споймаешь. Так, ну, может что-нибудь другое, если знаешь, прикольное, давай. А уже плавать не прикольно в темноте. Да. О, о, кстати, сейчас будет яхта. В темноте почти. Сейчас яхта подсветится. Я ее как раз хотел посмотреть. А она вот это вот все, она подсветила? А, ну да, кстати. Ну, неплохо так светится. Ну, ну вообще, конечно, я ты так разрекламировал, я думал, круче будет. Может еще не да, она не, не особо ничего дает, говорю. 10 лямов он потратил и на что? На, да. На понты. Понты, понты дороже денег. Да как обычно, реально. Главное понты. Главное понты. Нет, ну на картинке эта подсветка прям все так красиво, прикольно, а я... так вообще не очень. Почти приехал. Понты решают все. Да. Так, ну чё, Инвизик, нашел что-нибудь? Да, нашел. И что делать сейчас? Ну сейчас создам. А, давай. Если там не надо через в онлайн заново заходить. Вот это вот самое говно в GTA 5. То, что надо постоянно пить. Постоянно, заходить. Да, если ты вылетаешь. При какой-нибудь сломке ты вылетаешь постоянно и так далее. Ну, у меня вроде GTA вообще не вылетало ни разу. То есть, может, конечно. Нет, нет, в смысле сетевая игра, я имею в виду. То есть, а. Я вот с другом играл, и как бы мы вдвоем играли. А вот это, походу, прикольная тема, которую я сейчас. Все, я сейчас приглашение стояла рядышком. Такая не вот не надувная, а такая. Вау. Так, надо будет принять приглашение, да? Да, все. Отправляю приглашение. Ну, давай. Ну все, отправил. Так, как приз... Телефон. А, через смс, да, типа? Или список дел? Список дел. Список дел, и там мое приглашение. RPG Rampage. Я да, принял. Вот, я тоже принял. Все, у меня пришла загрузка. Так, к нам не подключился кто? У меня все входят. А, вот, все, все, все. Я ушел, да. Да, все, Артура ждем. Ну, вроде пока затихло. Фух, жалоба болит. От этого соседа. Долго. Все, я запустил. А, все, да. То есть ничего жать не надо, да? Нет, ничего. Че это? Это самое противоборство, да? Да. А что делать? Да, ты скажи-то, что делать надо? Не знаю, случайная карта. А, случайная карта, нормально. Поехали. А чё... Что-то связано с РПГ. А что наш победная фишка салют? Купить сверхлегкий $50. Готов нажмите. А, вот готов к игре есть, нажал. Let's take a little, что-то там сказали. О! Что-то новенькое. Я как бы догадался, что здесь делать. Тут, по всей видимости, что-то связано с ракетами. Вам так не кажется? Ну, РПГ, ракеты. Да, да, РПГ.
Чё, это каждый сам за себя, я так понимаю, да? Ай, в меня уже прилетело! Инвизик, зачем? О, тут сейчас будет эпично. То есть и считаются, короче, фраги, я так понимаю, да? Да, вообще. Ай, у нас есть карта. Инвизик тащит просто. А сколько у него? Как посмотреть, сколько у него? 3 уже. Ну, у тебя справа, в правом углу нижнем пишется. Сейчас я одолею Инвизика. Да твою! Есть! Я его убил, нет? Вы сами друг друга поубивали. Да, есть. Но только что-то 2-0. То есть он убил... А, я прервал серию Инвизика, все нормально. Ё-моё. А, это ты? Я думал, как он так быстро? Я вообще... Ой, тут, блин, я бегу, а мимо меня ракеты летят. А как отпрыгивать? Ты сейчас так отпрыгнул? Ну. Пробел. Это... Ну, а он как-то еще кувыркнулся. Это тоже ну, пробел? Это пробел. Ну, это надо прицелиться и пробел нажать. А, во, все понял. Не тупой. Был бы тупой. Не понял. Да хватит по мне фигакать. Да откуда? Так, шашлык на вынос. 2 кило, инвизик 6 кило. А пишется лидер, да, красным? Да. Ой, на машинах нечестно. А что на машинах? А, тут машина ну, можно? Ну, тут инсургент, который из 6 выстрелов от РПГ только взрывается. Артур стер меня с лица земли. А Максим на инсургенте катается. А что, вы говорили без машин? Никто ничего не говорил. Та-т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 а. Сейчас будет просто игра на машинах. На толк-т. Так это тоже, наверное, весело. Не, это весело. Ага, мне пофиг на твои выстрелы. Хотя нет, он меня так сейчас запинает, он сказал. Ай-яй-яй. Ля, Артур, откуда? А я могу из машины кидать, стрелять? Да, только РПГ. А, меня убили, Максим уничтожил, а как? Ну машина же, она не бессмертна. Блин, такая вроде как много этих самых. Ну 6 или 7, так я сколько по тебе стрельню? Хватит по мне, блин. Инвизика 9, просто жесть. Блин, постоянно где-то выстрелы, постоянно что-то где-то. Ай. Есть, я... Так а чё мне... А, засчитали. Засчитали. У меня уже... Когда с машины так, короче... убиваешь... Когда с машины убиваешь, не засчитывает. В смысле, когда убиваешь машину, не засчитывает? Нет, когда машиной давишь, не засчитывает. А-а-а! Тё, так тогда от машины толку, по сути, никакого. Да хватит! А, у меня кончились патроны на РПГ. А, где тут патроны? О, взял. Они тут повсюду валяются. Да блин! Максим убил. Так, а клацать по мышке, чтобы этот самый, да? Лол, я просто счет себя уменьшаю. Как? Самоубийство творю. Так. Ну что-то как-то. А где все. А, вон вы где, все там бегали. Ух ты, а кто меня-то взорвал? Сзади тебя был. Ты блин, я туда бежал. Гля, а вот только у одного меня 4 автобуса в воздухе висят. Ай-яй-яй, сам себя взорвал. Как бы. Хедшот!
Хедшот! Я понял, на ком я фармить фраги буду. Ай, блин. Чё-то как-то не получилось долго фармить. Сколько у кого? Ну, видите, понятно. 6. У меня 6. Ага, идем ноздря в ноздрю. 7. У всех 6, да, кроме Инвизика. 7. Откуда ты меня? А, сзади, что ли? За вагонами. Блин, а чё тебя на карте не было видно? А то они не... Если ты, допустим, увидел меня, то ты... я только тогда у тебя отображусь. А-а-а. Куда побежала? А как ты меня? А я тут тачки увидел крутые. Нет, они такие же только с пулеметами. Но это тут можно как бы по командам играть. А, то есть пулеметы. Ну, Артур, у Артура и шашлыка шансов немного. Потому что здоровья мало. Так и какая разница с ракетой? Большая сразу... разница, 70 уровень. Не, 9-й. А ракета, я так понимаю, да, блин, убивает. Нет, ракета не ваншотит с меня. С машины, кстати, засчитывается. Да, кстати. Ракета не всегда ваншотит. Да хватит меня давить. Что ты со мной делаешь? А, ну то есть... Так, еще. А я думал, ракета ваншотит по-любому. Нет. А, у меня патроны кончились. А, иди сюда, кулаках, на кулаках. Давай на кулаках. Да, блин, у тебя хп больше. Да у меня столько же. А у меня сила прокачана еще. Да еще и да, так. Просто тут на кулаках. Сколько у тебя от хп отнялось? По половина. Чуть больше половины. Вообще плохо. Вот плохо заходит. Ля, у меня, короче... А, у меня хп вообще минимум один. Один хп остался. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. У 19 у Инвизика, офигеть. У меня 8. Ай! Но я тоже убил. Я тоже убил. Ты у меня $250 забрал. Круто! Ой, блин, с одного удара не убивается Инвизик. А ты не попал по мне, ты мне не отнял. Да, я попадал в прошлый раз. Наверное, система такая, что мы можем умереть, если там рядом с нами в каком-то радиусе попадут. А они могут, если прям четко надо. Как бы, может, в этом смысл. Хотя я хз. Да вот я прям в тебя стрельнул. Вот, теперь убил. Да вот это третий раз уже попал в тебе. Нет, я не попадал до этого, у меня не отбавляли жизни. По пули летят. Пули. Что ж вы меня так фигачите? Я же никого не фигачу. Да как так? Вообще жестко. Так. Так а до скольки тут? На сколько-то фрагов набрать, чтобы победить или что? По-моему, по времени. Или фраги. Время и фраги, да. Но тут Инвизик победил. Я еще пободаюсь. Ну, за второе место боремся, чё. А сколько у кого? У меня 10. У меня тоже. У Макса. А как посмотреть, как-то можно? У меня 8. О, Артур убил Инвизика, да? Да. Я уже приловчился. Блин, нифига себе, вот это было красиво. One shot, one kill. Причем ты убил меня от вагона. Ну, я в него и стрелял. Ай, да задолбал, как ты... А, это Макс, а я думал, он Изик. Там... Я за тебя был, я по тебе не попадал. Вы вдвоем, короче, стреляли по мне, да? Прямым попал. Да как ты не умираешь-то? Да блин, это я хотел, а тут застилил два фрага, зараза. Я хотел застилить эти два фрага, на тебе. Инвизик мой, у меня с ним личные счеты.
домой! Да она где-то с четырех убивается, эта машина. Ну это же она с пулеметом, потому что которые другие инсургенты, которые просто без пулемета, которые просто коробочкой. Они с четырех. Они с шести. Вот я попал и все равно не убил. Так, да нет, вроде как убил. Причем очень даже я это почувствовал. Они не спавнятся больше, да? Там только с пулеметами. Ай! Я попал. Меня просто разнесло. Так, а этот самый... Вот я попал прям в тебя и... В меня ты не попал. Нет, ты сквозь меня прошел. Так вот как... Нет. Ты не попал по мне. А, время! Сквозь тебя, да. Я вижу, короче, время, таймер пошел, да, все. Он давно уже идет. Я с начала игры идет. Да, сколько там было-то? Вот 20. Я уже третьим просто попадаю, а он все равно не умирает. Ты не попадаешь. Ты так, вот один раз попал. Как отнимается все равно. Ну, это же не прямое попадание. Ох, нифига себе инвизик. Вот он не прямым попаданием, но все равно убил, понимаешь? То есть, я говорю не прямое. Вот нас с шашлыком убивает прямым попаданием. Да блин. Даже не прямым попаданием убивает. Ну не Пас знаю, ты... меня убивает вся, да их тоже вроде бы убивает. Нормально. Ай-яй-яй. Bull Shark, что-то там написали, а что это значит? Да это я просто просчитал, куда он придет. Ага. Видимо там сейчас просчитали, куда ты придешь. Да. А из этого пулемета как-нибудь стрелять можно? Ну там второй человек, по идее, должен. О, не, нафиг. Да блин, я почти по тебе попал. Ай. Так оказывается, эти можно Да ты как телепортнулся-то мне за спину? Ты это видел или это у меня лаг был? Нет. Я, короче, я еду на тебя, а ты телепортируешься. Чё за хрень сейчас? Так. Сколько у кого? У меня 14. 12. 39. Да мы видим. 39. 16. У меня ещё есть шанс занять второе место. Ай, откуда прилетело? Походу шансов нет. Ай. Вот прямым попаданием, подойдя впритык, только убил. А, все на меня. Давай на кулаках, у меня РПГ кончится. А, давай, давай. Давай. Да иди нафиг! Да иди ты лесом! Да он меня сейчас запинает! Во, ништяк! Друг друга просто. Дуэль! Я вызываю тебя на дуэль! Я бросаю перчатку. Есть! Я наконец-то смог одолеть инвизика. А откуда опять из-за спины? Да сколько можно? Надо убийство из-за спины запретить, чтобы они не засчитывались. Ай, можно сквозь стеночку убивать, а я не знал. С чего можно убивать? Сквозь стенку это. Ну как бы ударной волной зацепляет. У тебя, наверное, хп вообще практически не осталось. Нет, там. У меня полный был. А-а-а! Сорок четыре. Эх, не догнать. Да ёк-макарёк, кто меня убил? Откуда?
Я тут бегу на инвизика, думаю, сейчас я... А тут бах, прилетает. Есть, инвизик. Да блин, он зачем? А, это уже Артур. Я думал, как он меня, вроде ракета мимо прошла. Так, мне звонят еще. Алло? Алло? Да. Ну, да, я слушаю. Что-то слишком долго стоит по времени. По-моему, там можно время выбирать, я не помню. Ну, прям сейчас или когда? А, ну хорошо, сейчас. А, в смысле? Вот дважды прям вот возле тебя, и как еще не попал? Вот это. Нет, как? До этого ты не попадал, а сейчас попал. Офигеть. А шашлыка с одного удара там выношу вот такими. Залез называется. Так, вы меня не тут не убивайте, пока я АФК. Это нечестно. Уже по-любому 20 фрагов на мне нафармил. В GTA, да. А, ну давай. Да. Там в ней немного. Ага. Да что это дуэль, когда не... И главное, фраг инвизику. Там, блин, стреляли все, а он опять убил. Четко. Нет, ничего. Не четко. Ты уже в труп попал. Да. Блин, ну вот вечно так. Артур убил меня. Вы издеваетесь над шашлыком. Хватит. Это где пишут? В этом, что ли? Да, да, да. На стриме? Ля, у меня что-то сейчас стрима не было. Нет, 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 не на стриме, вот у меня вот. А, это в этом? Я думал, на стриме. На стриме вроде никто ничего не пишет. Да блин, выбежал четко на ракету. Я умею считать. Выбежал четко на ракету. Вот выбегаю из-за вагона, ну, из-за этого фургона, блин, и ракета в меня. О, я кого-то убил, мне написали был. Меня прямым, прям прямым попаданием. Ну, хедшотик, да. Да твою налево! Ох, сейчас там четко будет. Блин, ну опять не мне. Ай, кто с тыла всадит? Ну вот, конечно же, инвизик. Кто же еще может с тыла садить? Инвиз, инвиз, все дела. Ай, да блин, волной буквально там краешком зацепило. Чего вы безоружного стреляете? Иди сюда. Так ты меня тоже убивал безоружным. А меня вообще убивали, даже когда я в АФК был. Ай, откуда ты тут взялся? Прям на меня с ракетой со своей выбежал. У меня ракета больше, чем твоя. Ой. Да откуда вы опять? Опять. Блин, на, короче, я понял, надо следить за картой. Ты говоришь, на карте не... Все равно попадают. Я попадаю, но не убиваю с одного удара. Вот они с одного, даже когда не напрямую. Хватит ныть! Это война! Здесь нет правил! Для нытья есть цивилизация. На! Чтобы не ныл! Ай, тут же фигня, инвизик. Блин, инвизик. Есть! Получи! Есть! Получи! Даблкил! Шашлык фармит. Вы финишировали третьим. Я на втором.
Ну, нормально. А что такое GP плюс 10? Joe Point, они ни для чего не нужны. А, здорово. А РП? 130 уровень. Ну, РП это уровень, опыт. А, но деньги это я понял. Победа, ля, а чё он всем фак показывает, слышь ты? Нифига себе, всем фак показал, ну чё ж ты затащил, а факи-то зачем показывать? Так, ладно, давайте, наверное, я тогда серию закончу и пойдем уже в ограбление в следующий, да? Если нажать Enter, то дадут 50 РП плюсом. Чего сделать? А. Нажать Enter. Ну, понял. Типа нравится. Так, ладненько, все, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.